Приветствую, друзья. У нас предпродажная проверочка хомяка повторюшки. Он вот в таком вот плаще. Я не знаю, возможно, плащ кто-то специально одел на него. То есть, может быть, вот так. Здесь у нас батарейная крышечка. Я ее уже не ставил, чтобы батарейки вытащить. Собственно, работает от трех мизинчиковых батареек. Имеет здесь еще кнопочку вкл-выкл. Включить-выключить. Можете паузу ставить здесь. Прочитать полностью производителя. Perse Handy Group. И моделька у нас PHD-код PHD-1693, дата-код 1010. В общем, made in China. Собственно, кнопка включения и активации находится у него вот здесь на лапке. И движется челюсть при разговоре. То есть, и такой вот, я знаю, накидочка на него. Она была либо в комплекте, либо, может, кто-то докупил. В общем, с такой вот накидочкой. То есть, можно, наверное, и как юбку делать, и как на шее. В общем, это уже по желанию. В общем, давайте проверять. Ну что, чувачок, будем с тобой говорить? А ну, урод, открой, скажи мне что-то. Чувак, открывай рот, бегом мне что-то говори. В общем, друзья, вот так вот он за вами все повторяет, прикольно выглядит. Единственное, что он не очень искажен, ну, то есть он делает голос более каким-то таким детским, то есть особо не искажает. Раз, два, раз, сейцы, тряс, проверка студийной аппаратуры. В общем, вот такой вот, друзья, у нас чудо-зверек. А высота у нас 26 сантиметров. Так, в общем, лайк за видосик, спасибо за просмотр, всего наилучшего, с вами был Артур, пока.